Такого звучания теплого, глубокого я еще не слышал. Хотя случалось работать на студиях с разными микрофонами. Мне даже больше конденсаторный микрофон понравился. Мне показалось, что он дает более мягкий, более светлый, чуть более яркий звук. Вот разница, допустим, между Нойманом и конденсаторным Союзом. Нойман дает, на мой взгляд, прямой, сильный, жесткий, я бы сказал, жесткий звук. Чистый, яркий, безусловно. Но, на мой взгляд, он жесткий. А конденсаторный Союз дает яркий, светлый, гораздо более объемный, более мягкий тембральный звук на всем участке диапазона. Ламповый Союз, на мой взгляд, дает более глухой звук. Вот некоторое ощущение ретро, что как будто ты вот поешь, записываешься на какой-нибудь старый тон студии Мосфильма. Микрофон Союз в ламповом варианте сегодня по эмоциональной составляющей был победителем. У него очень ровный низ, именно тот диапазон, который был у певца, и я не услышал никаких перепадов нот. Здесь очень хорошая плотность и в то же время хороший presence по высоким и по средним частотам.